Добрый день, дорогие друзья. Я записала перед этим видео, но оказывается от того, что я двигаю головой, звук пропадает. Я хочу поговорить с вами, со всеми, вот кто пишет, с кем я постоянно на телефоне, кто в моих группах, кто заходит на мой сайт, в моих чатах. Хочу поговорить о профилактике. Я всегда не говорю, самое главное у нас профилактика. Когда заболели, это отдельная песня, об этом будем говорить отдельно. Сейчас будем говорить о профилактике. Первое и основное, что вы должны сейчас делать, это сидеть дома. Понимаю, что все работают, что надо зарабатывать деньги. Но если человек умрет или получит инвалидом, зарабатывать деньги он не может. Поэтому как-то надо всем кооперироваться, смобилизоваться, родственники, кто как может кому помочь, друзья познаются в беде и как-то друг друга поддерживать. Поэтому сидим дома. Раз в неделю, пока нам еще разрешено, но скоро, я думаю, что у нас будет как везде. Мы поэтому сделали закупки. И сидите дома. Если выходите из дома, самое главное шапочку одевать. Из шапочки не выходить, потому что волосы тут. Шапочку. Маску. Если у вас нету масок, есть 2, 3, 5 масок, имейте их в виду. Даже по 45, вообще по 57 рублей уже продают. Да? 20 раз почти. Купите и стирайте их. Прекрасно. Стируйте, ничего не будет. Если нет такой маски с клапаном, которая сейчас стоит что-то там 700 рублей, в обычную маску берете вот такую вот одноразовую прокладку, отклеиваете, наклеиваете, и сюда можно пшикать очень хорошо. Капуль. Очень хорошо. Масло, потому что противовирусное, противогерпеса, любые натуральные и дыхать. И пшикайте. Прям вот маску, перчатки. По поводу перчаток. Вот такие дешевые перчатки. Это вот только сходить в магазин, а сразу выбрасывать. Такие нейтрилы более прочные. Качество. Это если вы надолго куда-то выходите, метро, выбрасывать их и спиртом схватывать. Теперь убираем дом. Как мы его убираем? Никаких хлорок, ничего, будет опять задыхаться, это опять нагрузка на легкие. Есть возможность пробиотиками убираться. Мы все их закупили, они недорогие. Я вот беру на пробиотика у Владимира Колчина. Вот такой флакон, которого нужно колпачок в день всего лишь, стоит 1000 рублей. Это биоклинер, у него есть и стабилайзер, и разные-разные. Там заходите на сайт, смотрите. Я сама вот заказала, и пользуюсь, купила всем своим родственникам, все мои друзья купили, мы все пользуемся. Я их разлила, вот такие вот обычные флакончики с водой, добавила сюда один колпачок, и постоянно добавляю воду. Потом раз в 3 дня добавляю еще пачок пробиотика. И все это вот. То же самое биоклинер я развела вот здесь. Два. Один сына, один мой. И мы носим с собой и обрабатываем лицо, руки, нос. Это все профилактика. Чтобы не заболеть, вот Виватон продает вот такое вот масло Виватон. Просто оно очень неудобно, потому что ты хочешь. У нас есть на сайте, мы делали сами капли разные, 4 вида. Но я вам рекомендую, нет возможности не заморачивать. У всех есть возможность купить Виватон, ASD2. Берете ASD2, берете любой флакон. Нет флакона, не заморачивайте, берите рюмку. Шприц одноразовый. Нету шприца, пипетку, как угодно. И разводите сами АСД. Конечно, здесь у нас в АСД добавлено еще и битулин и репосол. Разные пропорции. Но если у вас этого нет, не заморачивайте. Просто берете воду, физраствор, вода для инъекции, все что угодно. И добавляете пропорции на 10 мл. Сначала 0,5 мл АСД-2. На 20 мл 1 мл. Потому что оно очень сильное. У кого уже есть проблемы с глазами, с носом совсем, то можете для носа сделать 0,5, а для глаз сделать кубик разную концентрацию.
и капайте себе в глаза и в нос. Это лучшая профилактика любой инфекции. Теперь будем говорить про микробы, про само заболевание. Я ничего не буду говорить, потому что сейчас толком даже сами врачи, инфекционисты, никто ничего. Я буду говорить о том, с чем я постоянно сталкивалась, работая вот сейчас на погружении с больными, потому что они все больные, у них у всех внутри зоопарк. Он разный, но он есть. Микробы и паразиты, и протещи, и вирусы. И сейчас самое главное нам убрать с легкого вот эту вот нагрузку вирусную и микробную. И чтобы убрать золотистый стафилококк, протеус вульгарис, и гнойную палочку, все стрептококки, всякую ерунду, там типа тенгелы, купите себе диденол в аптеке. Любой, какой найдете, пол-литровый, 100-граммовый, литровый, какой угодно, ветеринарный, не ветеринарный, неважно. Пейте, главное хранить его в темном месте и не смешивайте с горячим. Если есть, нету даже единола, делайте себе сами, особенно для деток, синий йод. Все там в интернете, информации, вагон и маленький. Делаем с единол, пьем. Как им промывать мочевые? И там таймеров, это отдельная песня, это не сейчас. Сейчас мы его просто пьем. Как пьем? Детки, доза, конечно, и разбавленные. Взрослые начинаем с одной чайной ложки. Доводим до столовой ложки. 3 раза в день. Легче всего пить как? Берете рюмочку, ставите в рюмочку. Берете в рот. Вы поласкиваете, хорошо. Выплевываете. То есть вы не всю рюмку выпили. Рюмки чуть-чуть. Остальное тоже берете в рот потихонечку, выполаскиваете и проглатываете. Эту вот ваши полрюмочки вы делите на 3-4 раза. Пьете 2-3 раза в день. Сидя дома, можно пить 3 и 4. Это раньше, когда ты на работе, и у тебя там, ой, забыл, не взял туда-сюда. Здесь вы сидите дома, времени. Вот, главное, ставьте себе финалки. Расписание. Вместе, что, когда пить. Нол, пьете 7-10 дней. Даже у кого проблема с йодом, они могут пить. У кого проблема с сильной аллергией, пейте, пожалуйста, синий йод делайте. Там крахмал. 7-10 дней пьем, половина перерыв. То есть или 3 дня, или 5. 7 пили, 3 дня перерыв. 10 пили, 5 дней перерыв. Надо пропить 3-5. Поймете, что вы почувствуете себя лучше. Сразу проблемы с щитовидкой не уйдут, потому что организм сначала будет тратить весь этот йод, природный антибиотик, на проблемы. Только потом потихонечку будет. Это по микробам. По микробам еще очень хорошо, у кого есть была возможность. Ферменты, но это все на... Теперь пьем. Что пьем? Мы пьем пробиотики, пьем просто воду, пьем разные напитки. Здесь у меня вода с разведенными пробиотиками. Мы ее пьем, потом доливаем воду, потом опять пьем. Пьем наршарап, пожалуйста. 1 столовая ложка на большой столовой. Очень хорошо туда добавить 1 чайную ложку аскорбиновой кислоты. Все это перемешать и принимать. Это восполняет и железо, и восполняет дефицит аскорбиновой кислоты. Это нам как бы помощь, чтобы быть готовым к инфекции. Алоэ вера. У кого есть, пьем вот это ЛР. У кого нет ЛРовского, не заморачивайтесь. Надо там подписываться. Покупайте в аптеке алоэ. Если есть у вас дома, просто готовите сами сок и пьете. Там рецептов полно. Такое серьезный напиток, который работает с вирусами. Это Виватон. Какая упаковка? Белая. Старая зеленая. Что мы с ним делаем? Нам надо его выветрить. Он быстро очень портится. Поэтому правильно хранить. Наливаете, если у вас большая семья, 100 мл. Если семья маленькая, то 50 мл. Вы один, например, 50 мл. 50 мл вы наливаете на пол-литра, а 100 мл наливаете, но нет, не так. Сначала вы этот 50 мл или 100 мл наливаете в чашку, широким такую тарелку большую.
чтобы оно у вас постояло и в минимум час-полтора часа до полностью уйти запах. От того, чтобы подышать этим виватоном, мне нравится запах, на балкон, на окошко, куда будет, выветрить полностью запах. Потом наливаете 950 миллилитров воды, если 100, там 50 миллилитров. Если 100 миллилитров, то 900 миллилитров воды, то есть получается 10% напиток. Вот ваша семья должна его выпить. Но если у вас большая семья, 4 человека, то это надо 2 раза в день. Если вы один, то вам хватит это на целый день одному. Или можно сделать 50 миллилитров. 400. Выпиваете виватон, это очень хороший. Чем хорош виватон, все знают, кто им пользуется, он работает со средой. То есть он чистит и кормит наших аппаратов очень. У нас в России такая возможность. Пользуйтесь. Так, я говорила про биоклинер или не говорила, что убираем все в доме. Про антипаразитарку я просто внизу дам ссылку. Антипаразитарку пьем все. Сидим дома и пьем. Есть возможность сделать клизмы, делаем клизмы. Нет возможности, не делаем. Но лучше делать клизмы. Кто сидит дома и запор, купить касторовое масло. Но если у вас проблемы хранить запор, как воспаление, это не начинайте с касторки, начинайте с вазелинового масла. И не важно, что оно это химическое, касторовое. Идите, разделите проблемы. Сознание, и чтобы решить, надо сначала убрать вот эти камни, завалы, все, что у нас там бардак. Так, теперь я скажу про деготь. Деготь. Деготь перелить в удобную бутылочку, чтобы было вот капать в каплях. Им очень хорошо дышать. Какую-нибудь посуду налейте, давайте широкие, дышите, потому что бывает пробы и тесты, и всякую дрянь. Для профилактики мистокока, чтобы болеть там, это имя. Деготь, это есть наши старые учебники, все это написано. Сейчас это нигде не читается. Про антипаразитарку будет, про АСД, как пить, будет тоже ссылка. Теперь вот есть такой вот латона продажи. И есть биогенный кальций. Надо восполнять. Восполняем кальций. Берем вот этот одну чайную ложку. Смешиваем в стакане с соком одного лимона. Получается такая уголь-муголь. И это один раз в день. Для остеопороза надо принимать где-то месяц. Для профилактики остеопороза надо достаточно попить хотя бы 10 дней. Кто делает виватон на виватоне, им нужно пить каждый день. Длительно. Так, вот. Все, что я хочу сказать, я вам показала. И отдельно я вам как правильно вводить виватон. Так,